Здрасте. Ну, как обычно, у нас принято у видеографа все в последний день, и на ум приходит только Сырдарья со своим потенциалом для развития истинно этнотуризма. Сейчас все расскажу. Итак, вот она, Сырдарья. Очень протяженная речка не только по меркам региона, как длиннющая река Средней Азии, но и в общем в мире занимает неплохое 23-е место. Имеет прекраснейшую историю, и древние названия говорят о многом. Яксар, Сейхун, Танаис. Аж древностью запахло. Чувствуете? Чувствуете? Сразу в голове пробежали саки, скифы. Эх, были времена. Но и нынешнее название Сырдарья звучит очень красиво. Сыр и Дарья, Дарья и сыр. Не знаю, что это значит, не гуглил, но звучит как красотка. Немного мутная, степная, но все же красотка. Вода не грязная, просто илистая, и наличие рыбы и ракообразных подтверждает ее чистоту. А еще, ребята, знайте, что здесь просто рай для рыбака. Вот подписчики не дадут соврать. Были и рекорды, но, как всегда, не внесены в книгу рекордов. Ибо пока их дождешься, рыбу съедят. Уж больно вкусная она, зараза такая. Вторая причина – это водоем, то есть имея в виду для купания. Наша река настолько теплая, что люди, когда приезжают с севера и купаются в ней, думают, что мы включили кипятильник. Сама река имеет кучу заливов, озер на старых руслах. Потенциал громадный. Пока с пляжами напряг, но они есть. И наверняка будут еще. А может, даже и данное видео поспособствует развитию пляжной индустрии. Третья причина – туризм. Куда же без него? Хотите и этно? Вдоль рек находятся небольшие хозяйства, где пасут лошадей, верблюдов и прочую вкусность. Ну а там и поселки есть с истинно вкусным айраном, шобатом, кумысом, ну и, конечно же, курт. Помимо, река питает такие важные области сельского хозяйства, как рис, который стал таким же этноотличием области, и грязь, даже целебная. Местами. И куча всего. А, ну и археология. Вдоль реки есть древние городища. И, наверное, для меня, как для любителя остренького, четвертая причина – это туризм. Только в этот раз не этно, а скорее экстремальный. Опять-таки, потенциал не развит, но сплав по реке, который я как-то уже осуществлял, воспоминания о котором греют душу и манят вновь покорить эту стихию, не проходят до сих пор. Ух, как-то так. Наверное, если вам этих причин мало, приезжайте и откройте для себя их сами. Река с огромным потенциалом, Сырдарьюшечка ты наша, рахмет тебе за все. Корми нас и дальше, аж 4 государства прокармливает, радуя глаз. Приезжайте, дорогие дамы и господа, братья и сестры. Кызылординская область – это на юге Казахстана. Город Кызылорда – в центре области. Река Сырдарья, вы найдете ее сразу в сайте. Open Казахстан. Спасибо. Герман 240. Всем пока.